Обращаем внимание жителей Верхнеуральского района. На основании федерального закона номер 503 от 31 декабря 2017 года общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса», имеющее статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с 1 октября 2018 года приступает к раздельному сбору ТКО на территории Верхнеуральского района. По приведенному ниже графику в поселение района будет приезжать автомобиль и принимать отсортированное вторичное сырье, пластик, стекло, алюминиевая банка и так далее за наличный расчет. По интересующим вопросам обращаться по телефону 8 35 19 330 133.